Это у меня рожа довольна. Стас, смотрите какой. Короче, нашел то, надеюсь, ради чего я сюда приехал. Находится под камнями, где-то было на полтора штыка лопаты. И торчит острие. Острие, сигнал длинный. И сейчас в прямом эфире я буду это все выкапывать дело. Да, камеру отдам я Стасу, так что сейчас будет интересно. Смотрим. Вот, торчит острие. Сигналит, ребят, вот. Покажи на поводу. Показывает, как высокоуглеводистая сталь. То есть кованая вещь. Большое количество камней. Вот представляете, вот из такого вот валуна. И здесь и полно их. И вот. Эх, он короткий, ребята. Это наконечник копья. Да. Блин. Я, конечно, думал меч, Акинак, но смотри, какая классная вещица. Огонь. Я ее лопатой немножко, походу, дернул. Ну, блинский. Ребята, находка. Огонь вообще. Ух. Продолжаем здесь копать. Я думаю, что-нибудь еще вылезет. 100%. Мы находимся около обрыва Волги. Место, конечно, я говорить не буду, что... Но вещица, ребята, огонь. Просто огонь. Вокруг лес. Подскажите. Датируйте, пожалуйста, специалисты. Я думаю, Влад, который меня смотрит, потом Максимчук Александр, специалист. Ответьте мне, пожалуйста, какой эпохи данная вещь. Я считаю, что это Золотая Орда. Вот, потому что наконечники именно вот такой формы было золотоордынские. Но все равно жду комментарии, пишем. Вот такая вещица. Огонь вообще, огонь. Огромный. Все, коп удался, ребят. Пальчик за это лайк, конечно. Продолжаем. Итак, ребят, я глубоко ошибался и сказал вам, что, возможно, это период монголов Золотой Орды. Но, к моему удивлению и к радости, это оказалась скифо-сарматская эпоха. И датируется он весьма приличным временем. 4-5 век до нашей эры. И, как вы знаете, сарматы, племена были большие, жестокие, которые в свое время даже дошли до Рима, воевали против Рима и в итоге встали на сторону Римской империи и воевали совместно. Вот такая историческая находка и датируется 2500 лет. Нечастая находка, и она пополнит мою коллекцию.